Всем привет! У нас обзор распаковки товара, пришедшего для нашего отдела с рукоделием. Извиняюсь, что бликуют пакеты, у меня просто нет времени их снять. Так, у нас пришли два набора с мышатами. Это кукла-перловка, сшить игрушку. В наборе есть все, кроме наполнителя. Наполнитель потребуется дополнительно. Так, мышка в юбочке. И вот такая тематическая. Называется «Мастер пиццы». Так, дальше. У нас пришел на пробу. Мы заказали от нового производителя. Я такие наборы еще не заказывала. Посмотрим, кто будет покупать. Я прошу отзывы говорить, приходить. Называется «Уличный джаз». Производитель обычный, как бы предприниматель, не раскрученная фирма. Размер работы 20 на 20. Внутри вложена цветная символьная схема, очень удобная, крупные значки, игла для вышивания, гамма. И нитки для вышивания тоже гамма. Ну, набор такой довольно бюджетный, недорогой. Так, дальше. Это уже повтор. У нас периодически мы такие заказы делаем. Брошь тоже создай своими руками. Ну, у нас почти все наборы, как бы то, что нужно сделать самим. Брошь, единорог и мороженое, расшитые бисером. Так, что тут дополнительно? В наборе входит бисер, игла, элементы декора, фетровая основа, трафареты и инструкция. В общем, этот полностью готовый набор для того, чтобы заниматься. Дальше. Вот такая новогодняя тематика. Запасаемся на следующий Новый год. Снежинка из фетра, расшитая бисером. Так. Бисером и пайетками. Значит, в набор входит бисер, пайеточки, а нитки вышивальные и ленточка. Набор тоже недорогой. Так, еще похожий набор. Так, немножко сфокусируем. Игрушка из фетра. Здесь уже идет от 6+, то есть для детей помладше. Так, я вот так переверну, здесь понятнее будет. Значит, там вложен фетр, термонаклейка, переводилка, которая на фетр. Так, дальше. Цветные стразы на липкой основе. Они уже будут непосредственно на вот эту термонаклейку клеиться. И ниточки для того, чтобы вот по контуру стежками обшить эту игрушечку. Я думаю, что ее тоже можно сделать как подвесочку или декор для чего-то. Так, дальше. Никита помогает на заднем плане. Убирает сразу в коробку все. Так, броши из фетра. Здесь два объекта. Снеговик и елочка. Размер вот тут можно посмотреть. Вот так девочка тут нарисована. Это тоже как бы... Тут всего две звездочки сложности. То есть дети справятся. Фурнитура вложена. Нитки для вышивания. Так, дальше. Потом у нас закончились вышивка крестиком непосредственно с нанесенным рисунком на канву. Вот так, напечатанная на канве. Там вложена игла и вложена нитки. Причем игла вложена пластиковая. Значит, можно и детям заниматься. Я взяла два рисунка. Корзиночка с ягодками, с фруктами. И вот такое фламинго. Потому что, ну, не все вот детки хотят что-то такое совсем маленькое. Хочется им побольше картинку. Так. Да и взрослые тоже, вот кто хочет научиться вышивать, они тоже просят что-то для начала попроще. Так, потом тоже вот детская, значит, вот такой наборчик. Это магнит, вышивка крестиком. Основа – это нужно вышить крестиком. Также на конве напечатан рисунок. Вложена пластиковая игла, нитки для вышивания.
И дополнительно еще магнитик прилагается, чтобы оформить вот эту свою работу в виде магнитика. Так, я извиняюсь, если я камерой дергаю и показываю вам пустой стол. Немножко не очень удобно мне. Так, вот так вот разложу. Три картинки. То же самое, только простая вышивка. Панда, слоненок. Где он тут у меня? Вот слоненок. И тигренок. Не увеличено, что ли, немножко? Что-то как-то неудобно. Так, вот. То же самое. Напечатано на канве. На канве напечатано. Вложена пластиковая игла. Так, дальше. Повтор заказа. Периодически у нас разбирают. Ну, картинки у них разные. В этот раз у нас вот такую захотели картинку. Лондонский мост. Лондонский это мост? А то сейчас наговорю. Потом напишут мне, что я неграмотная. В общем, вот. Diamond Decor. Там внутри планшет такой картонный. На нем нанесен рисунок. И на частично нужно выложить стразами. Это выкладка частичная. Обликует у меня здесь. Очень красиво получается. И когда работа быстро приносит удовольствие, то ребенку хочется еще чем-нибудь заняться. Так что вот, имейте в виду, что если вы сразу сложное что-то дадите, то может пропасть интерес, азарт. Так, потом вот так пробегусь быстренько по картинкам. Вышивка лентами. Вот такой натюрморт. А нет, это не натюрморт. Это букет с душистой сиренью, он называется. Натюрморт – это вот вышивка бисером. Так, потом еще белая лошадь называется так. Это тоже частичная вышивка бисером. Сейчас я покажу сувенирки. Вот так. Там такое... Это не канва. Это ткань с нанесенным рисунком. И схематически указано, куда наносить бисер. Сложности возникнуть не должно у того, кто первый раз это делает. Картинка получается эффектная, как 3D-картинка. Очень красиво. Я видела такие готовые работы, показывали фотографии. Всем нравится. Так, та же самая вышивка, только другой рисунок. Фламинго. И вот колибри. Вот это вот очень любит картинку с колибри. Она всем нравится. Она вроде и не сложная, но эффектно смотрится на белой канве. Вру, на белой ткани нанесен рисунок. Так, Никит, помогай, убирай. Так, дальше. Сейчас я покажу еще наборы, а потом перейду к миниатюрам кукольным. Наборы для тоже кукла-перловка. Это серия такая. Кукла-перловка. Так, значит, кукла у нас Баба-Яга. Гном-ключник. Такой. Там все, кроме наполнителя. Фурнитура есть. В общем, все, чтобы создать вот такую куклу. Так, потом еще вот такой домовой. Вот у него целый мешок добра. Он в валенках. Все как и должно быть. Шапка-ушанка. Любимый всеми Кузя. Кукла-перловка тоже. Ну, это все та же самая серия. С баранкой. С баранками чай пить будет. Домовенок. Так, и вот такой набор я первый раз заказываю. Это нужно создать. Написано сумка. Ну, вот такой, не знаю, кошелек. Не кошелек. Редикюльчик или сумочка. Как его правильно назвать? Как хотите, так и называйте. Там внутри вложен фермуар. Это вот металлическая вот эта вот штучка такая. Ткань. То есть это все еще нужно сшить. Так, сейчас я вам конкретно покажу на камеру, что входит. В наборе бисер, пайетки, леска, ткань, фермуар, игла, инструкция и стразы. В общем, полностью набор для того, чтобы вот такую вещь создать. Ну, набор не бюджетный такой, он дороговатый.
Так, вот это все можно убрать. И сейчас самое вкусное, самое любимое. То, что я очень люблю, это кукольные миниатюры. Так, начну с обувки. Это повтор заказа. Длина подошвы 7,5 сантиметров. Так, дальше. Это не надо в коробке, Никит. Это я все потом опять надо по пакетикам раскладывать. Так, ботиночки. Это повтор заказа. Кто смотрел, у нас предыдущие, может быть, видели. Мокасинчики. То же самое. Повтор заказа. Это все длина 7,5 сантиметров. Так, и вот такой вот сапожок с отворотом. Он немножко помятый, но он выправится. Так, дальше. Положила на деревянную штучку, чтобы видно было. Кукольная миниатюра газон. Такой круглый. В диаметре 6,5 сантиметров. Потом вот такой домик. Так, его со всех сторон. На газончик если поставить, чтобы его видно было. Так. Замок. Так, падает у меня все. Швейная машинка. Так, сейчас свет попадет, чтобы на нее очень красивая такая миниатюрка. Так, дальше. Такие корзиночки. Они тоже очень маленькие. Так, мне чтобы... Ну вот смотрите, вот этот газон, он 6,5 сантиметра диаметр. Вот корзиночка. Вот она. Так, потом в этой же тематике идет забор. Я вот один пакет открыла. Значит, пришел голубой, красный и зелененький. Вот таких вот деталек там 8 штук в пакетике. Так, дальше поехали. Пришли самые разные драгоценности. Это тарелка декоративная. Значит, овальной формы и круглой формы. Цвета золото-серебро. Так, и похожие подносы. То же самое. Золото-серебро. И тут также золото и серебро. Так. Дальше. Это, наверное, повтор заказа. Тоже, наверное, видели в прошлый раз. Я уже не стала ее даже открывать. Ну, кто не видел, тут вот такая леечка. Цвет металлический. Она из такого тонкого металла сделана. Дальше. Вот такая леечка посерьезнее немножко. Она с дугой уже идет. Ведро. Тоже почти настоящее. Так, по размеру тоже давайте сравнить, чтобы сравнить. Вот 6,5 сантиметров, напомню, диаметр вот этого круга. Вот ведерко с леечкой, они маленькие. Так, потом, даже я немножко расстроилась, вот одно такое кашпо цветочное, оно пришло бракованное. Все помятое. Так, это не ведерко, это как цветочный горшок считается. Ну вот, когда на картинке я заказывала, оно, конечно, так не смотрелось. Оно смотрелось очень эффектно и красиво. Здесь оно мне не очень нравится. Оно выглядит как ведро. Может быть, его, конечно, обыграют, вот когда будут миниатюру делать. Не знаю, посмотрим. Так, то же самое, только в другом цвете. Оно не металлическое. Оно, не знаю, из чего сделано. Что-то мягкое такое. Так, и вот такие еще миниатюрки очень красивые, плетеные. Значит, детская колясочка. Стул, шкатулка. Я еще хотела качели заказать, но я их не нашла. Вот такой стул с подлокотниками. И стул классика обычный.
Так, ну что, все, наверное, я по мелочевке показала. У нас, конечно, тут еще коробки две. Если будет что-то еще такое вот новинки, совсем-совсем новинки, я сделаю еще один ролик. Этот очень длинный уже получился. Всем спасибо. Всем пока-пока.